Вот я и на месте. Красиво, конечно, здесь на острове. Птички поют. Красота! Но я сюда приехала не за этим. Мне надо искать сокровища. Идти мне нужно на юг. Это, наверное, туда. Сколько иду, пока ничего не увидела. Указатель. Налево пойдешь — обрыв. Направо — дремучий лес. Сокровище прямо. Мне прямо. Мне что-то послышалось. Там кто-то есть. Кто там? Это кабан, наверное, там был. И лопату, и карту потеряла. Придется возвращаться. Присядь 5 раз, узнаешь дорогу. А это не тяжело. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и куда дальше? Туда так туда. Устала, надо уже перекусить. Очень Стой, копай тут. Наконец-то я их нашла.
что-то есть. Стоп, иди дальше. Это что, кто-то издевается надо мной? Что-то есть. Слышу. Золото, мое золото. Нашла? Нашла. Что? Деньги? Деньги. Это не деньги, это обманка. Это фальшивка. Что это? Ваш баланс ноль. Целый день копала. Кто это подшутил так надо мной? С кошельком развели, теперь еще с золотом. А я 2 выходных взяла. Ну ничего. Зато кувшинчик неплохой. Буду цветы в него ставить. А вы держите, все равно же знаю кто. И вызову родителей в школу. Надо быстрее идти.